Где они? Здесь, Некс, они нас рашат, отходим. Назад отдайте коней. Все, тогда ему сейчас заедем, я заезжаю. Давайте отойдем. А, ну. Мы отошли, Некс, на крест. Давай. Крест еще отойдем. Давай, рашьте, рашьте их. Выходим быстрее. Отъезжай. Все, отъезжай, Некс. Рашим. Я спешился. Конник ранен. Я закончил с ним. Вперед. Бля, не все. Про все прорублю. Сука, блядь. А, все прорублены, никто не сдох, блядь. Я говорю, мы с... я вам что сказал с самого начала? Ты сказал, рашьте... давай, что, давай, я отхожу, отходим. Я говорю, рашьте право. Прямо ты сейчас сказал, идите, рашьте направо, не останавливайтесь. Вы не должны останавливаться, вы сейчас меня подвели, я сдох. Ну, мы не поняли, что. Ты сказал, давай, ты не сказал, раш. Там кава, я иду с копьем, пацаны, сейчас. Спокойно, раш он. Бля, ну что за ерунда? Флаг был. Зенджер, бери пеха. Данный вот закуп на себе. Сейчас, короче, подойдите к ним, но вот сюда на зигзаг попробуйте выйти потом обратно. Вы рашите? Да, раш, мужик. Я заезжаю, за мной тоже конь. Да, блядь, заебись-то. Никто не говорит, что кава едет. Ну зачем ты ко мне спиной-то стоишь, Давмонт? Да я думал, бля. Короче, ладно. А как мне сейчас стоять? Если он мне, как бы, мне к нему спиной... Спиной к нашему респу надо стоять, чтоб враги были. Я не могу к нему повернуться спиной, если он меня разворачивает, тоже, блядь. Я вообще как копье поменял только что, блядь. Говорите, что вас атакуют, вы молчите. Мы сказали нас раз, мы бьем, ну, блядь, не знаю. Поздно вы сказали уже. Или мы не сказали, я не знаю. Сказали, ты сказал, я заезжаю, я думал, это кого ты едешь, блядь. Щит скинете, Дан, вот щит скинешь. Да давай я скину. Ладно. Давайте сейчас поспокойнее, блядь, и все. Каждый делает свою работу, блядь. Никто не умирает просто так, блядь, от пехов, блядь. Еще раз повторяю, вы в одиночку играйте. Один на один. Че, меча не будет? Я не скидывал меч. Зенджи меч. У меня копье. Они направо, рашьте этот, справа. Один ушел, крэп-лайф один ушел. Я иду. Арбалетчик. И есть. К арбалетчику. Голову, блядь, выше, Давмонт. Бля, я сейчас поймаю, блядь, в этот, блядь. В ногу, блядь. Через центр, выходите на арбалетчика. Выходите на арбалетчика через центр. Смотри, каву, короче, выходим. Арбалетчик у них в середине, блядь. Чего вы там остановились-то? Блять, ебаный в рот. Убиваем. Арбалет сейчас. Идите дальше, чего вы стоите? Да идем, блять, мы где арбалет? Снизу. Спускайся вниз, все. Так. Извини, Крис. Щит скину, короче. Не специально, блять. Открутился, пиздец, как. Ты скинешь кому?
Тебе. Хорошо. Стойте за этим. Ага. Выходите сейчас, короче, на подсадку через верх. На левую подсадку через верх. Топор не хватило, Денис, прикинь. Да, через верх за Эндер Давмун, на подсадку налево. Выходим. Так не умри там, блядь. Где они? Умру. Где они? Стойте пока сверху. Блядь, они все, здесь. Все, стойте там на подсадке. Они на этом, короче. Да, все. Возвращайтесь туда дальше. Их надо блокировать. Будете сейчас бегать каждый раз, поняли? Одинаково. Туда, обратно. Тут. Все, рашьте тогда, рашьте быстрее. Блять. Конница там сейчас поедет. Некс, он раненый, блять. Все, я контролю, бейте, блять. Так, Зенджер у арбалетчика. Готов, ой, блин. Все, я ухожу. Садник вдох. Да ё-моё. Отойди вправо. Блять, какой тут. Так, щит куплю. Мне ничего не надо, Нек. Щит для Дандвуда куплю. Стойте около стенки снова. Бля, у меня до 5 топор не хватило, сука. 777 денег осталось. Я, блядь, шлем купил, заебатый. Все, направо выходите. И через лестницу. Лестницу надо будет поднять. Арбалетчик сверху. Направо проходить? На лестницу. Все, хорошо, подняли. Лошадь у меня мертвая. Я попал в садник. Ага, хорошо. Готов. Хорошо, идите наверх, наверх. Они в спину, прикрываем в спину. Наверх, я поднимаюсь, кто там бьется один. Пацаны, отходите, пацаны. Блять, ну ебаный в рот. Пиздец, мы один на один слили, короче. Зенджер, мне скидывай. Один на один, надо было внизу сбивать там вместе, пиздец, мы что натворили, блядь. Обидно, блядь, осадно, ну ладно. Где флаг был? Бля, Некс, я тебе ничего не взял. Не надо. Флаг был... А где мой щит? Я не взял тебе, говорю, щит. Рашьте право снова. Стой здесь, короче. Сейчас только... Не выйди пока, Некс. Конец. Один пех, идите справа, Давмунд. А остальные ой, на лестницу идите. Там один игрок какой-то, блядь. Нормально. Я справа. Я скажу ситуацию. Все, у меня щит есть. Только я раненый теперь. Еще и сдох. Все, спускаемся. Прыгай здесь, я там зайду. Давмонту один пех, идите. Пидорас какой-то. Пьердоли, блядь. Я, кстати, тоже в него Зендер топором попал в этого, кинул топорик. И ты в него тоже потом топором. Блядь, такие они нудные.
Заходите за хиргитов. Зенджер, заходи за всадник. За кого, блядь? Так, там дротики покупаешь, Зендер, скидываешь. Вот эту зеленую броню не надо покупать, оставляешь стандартную. И дротики скидываешь. Вот такой закуп, 900 с чем-то там, 986. А на пех какой закуп? На пеха? На себя закуп. С броней, с шубой, вот как у наших пехов сейчас. А если у нас будет лучник, то он оставляет себе стандартную броню. Третий шлем, вторая броня. Меч первый. Четвертый щит и копье. Оно одно там. Все. 950. Также будем рашить. Папа Римский призвал просить у геев прощения. Простите нас, пидоры. А чё ты давно такой щит купил? Какой? Тебе его прострелят. Четвёртый щит, блядь, и чё? Ну он кавалерийский. Блядь, ну мне на пятый не хватит тогда, блядь, денег. Так ты третий купил, он... Нордский. А, блять, натуре кавалерий. Блять. Все, вижу, все, третий, хорошо. Так ты сказал, что его прострелят кавалерий. Ногу, в смысле. А он, кстати, да, он, кстати, даже меньше, блять. И размер у него меньше. Реально, блять. Скорость больше. Хорошо. Там копия стандартные, покупайте все. Блять, ну шлем-то не хватит денег на шлем, блядь. На саблю тоже не хватает, блядь. На что купить тогда? Короче, там остаются деньги. Ну, через главную улицу рашьте. Дротики скидываем мы вам. Пих кто-то взял, не взял дротики. Я сейчас возьму. О, у них два арбалетчика, отлично. Рашим, рашим. Блять, мандарин не дают сажать. Вот взял у меня тут. Просто арбалетов занимайте и все, мы выиграли. А кавы нет там? Ну, есть, один у них есть. Есть. Вы рашите? У них две кавалерии. Мы заняли. Че вы заняли-то? Блять, да что ты? Сука. Ваншотный. Да, блять, так, так. Че на коня не прыгнули? Блять, да что за хуйня? Ты ж две кавы, блять, да? Да, два кавы. Че вы на всадников не прыгаете? Блять, Некс, не до всадника, они нас устолкали, блять. Сейчас победим, подожди. На углу, блин, против двух кавалерий и двух арбалетчиков не могли выиграть. Блять, они толкаются, ёпта. Я с копьем, пацаны, против скалы. Можете мести брать. У нас две кавы тоже? Сейчас у них пех появился. С копьем. Он был, да. Да я кинул, блядь. Двигайтесь, быстрее. Все, у них кава на меня пошла, отлично. Поехали. Арбалет. Кава сзади, пацаны, блядь.
арбалет у них работает. И чё, до сих пор два арбалета живы? Вот этот придурок перед улице, он вообще там в углу стоял. Блин. Чем вы занимаетесь-то? Ну, не знаю, кем. Говорю, один на один играйте. У них не должно быть свободных игроков. Зен, застань тех матерь. Хуйня, занимаемся такой. Пока вы вдвоем одного убиваете, нас кто-то расстреливает или коники вас убивают. Как вы сдохли? Почему у них Сава не сдохла, Нэх? Вот вопрос. Почему у них Сава не сдохла? Потому что вы ее не рубите. А кто вас рубит, если у них, блядь, арбы? Как вы подохли? Может, нет смысла просто Кава играть, блядь? Рашьте арбалетчиков. Один на один, еще раз повторяю. Кто вдвоем будет, я вас вырежу сейчас вообще. Это бесполезно, потому что. Да Нэх, спокойно. Еще раз повторяю вам. Все, да, рашьте, у них кавалерия уехала. Я вообще Каву стопал, блядь, я не знаю, где я. Все, арбалетчика вынесли. Дальше проходите, сейчас кавалерия будет сзади. Вот я второй раз, третий раз. Кавалерия, сзади кавалерия. Сзади Кава, блядь. Сзади Кава, блядь. Ну... Кричу же, блядь. Да не первый раз, пацаны. Все, мой лошадь. Бери коня, блядь. Броню покупайте, шлемы лучше купить. Или тяжелые сабли. Не знаю, что им покупать. Дротики надо? Давай. У меня меча нет. Хуёво. На, возьми. Сейчас направо выходите на центр, направо. Куда а они у меня идут? Тоже, блядь, меч потерялся, нихуя. Блядь, копьё... А, дротик, нихуя взял. Забери дротик. Так, стоп, дротики, стоп. Дротики и меч забери. У них кроссфайр. Возвращаемся обратно наверх. Назад, конечно. И закройтесь за стенками. Все, сейчас трибушет рашьте, справа. Давайте, выходим, рашьте, я лучше поправлю. Слева займу. Подожди, не спеши, блядь, занимайте. Они побежали к копейщику, а, туда арт за камень побежал, и копейщик. А, арт за камнем, слева. Ну куда вы смотрите? Так, вам нужно мост, этот, ой... Короче, арт ранен на корабле, который. Я говорю, корабль, Раш, зачем ты дротиками метаешь по коням? Вышли, все. Блять, сука. Сам арт наверху сидит, блять. Он у нас сейчас, блять. Я наверх поднимаюсь, это, занимай пех. Иди туда. Спрыгнул, блядь. Капец, сквозь щит, нафиг. Блядь, кому вы проигрываете, я не понимаю. Так я не знаю, блядь. Щиты ставьте, у них два арбалета, вы без щитов ходите. А, все, блядь, проебал. Блядь. Состав тот же самый. Может, надо было просто пехами, нет? Побольше. Вы отстаете постоянно, вы куда-то смотрите его. Кавалерия, если на вас заезжает, вы останавливаетесь почему-то на пять минут. Не бегайте потом за ним. Всё, Нэх, а вам рашить нужно, вы об этом не думаете. Ну спокойно, все, лайф, нет? Нет, не лайф. Да, Нэх, не взрывай, давай поиграем, нормально сыграемся. Хватит, давай их победим. Хотя уже не победили, да? Нет, сейчас. Проиграли, 3-1 выиграли, 3-1 проиграли, 3-0 можно выиграть. Бля, ну я не знаю, ничего. Мне Скава работает лучше, я вот тебе отвечаю, блядь, чем наша в данной ситуации, блядь. Я не хочу ничего говорить,
Ну кава, блядь, я сколько раз каву тормозил до этого, и, блядь, толку нету, блядь. Я не могу ее убить с первого раза копьем. Никто не может убить. Вот. Если посмотришь каждый раунд, я вам еще повторяю, кто не с копьем, прыгайте на коней с мечом. Если он стоит просто и ничего не делает. Прыгали, прыгали, давай. Если он другого игрока убивает. Давай, рестарт, лайк. Какая-то, блядь. Конечно, эти, блядь, имбовые, блядь, сердиты, блядь. Съебут они, блядь. Через центр выходите, рашьте. Через право, в смысле. Через угол. Через право, через назад возвращайтесь. У меня справа и уже было с той стороны, я уже развернулся, знаете, понимаешь? Мы стоим, смотрим, уже справа был там. Лучника видите? Говорите, где он. Где? Лучника на этой, в арке, ну не в арке, тьфу, блядь. Ну, врашьте этот домик тогда. Домик балкон. В этом, да, блядь, в балконе, да. Да ёбаный в рот, да как ты, сука, попал-то, блядь? Я говорю, прыгай, вот так вот, все. Ну, блять, ну я чё, что, блять, играю, блять. Кава едет, блять. Аккуратно, отойди. Когда стоит, а не когда едет. Вот сейчас надо было прыгать на него. Куда? Так же? Точно так же. Сейчас по правой части идете, видите лучника, он направо идет. Вы тоже направо идите. Все, я пошел атаковать лучника тогда. Он уехал. Ушел. Куда он ушел? Сдох он уже. Блять, нафиг. Желательно с копьями сейчас играйте. Коник сзади. Еще крип сейчас поедет. Ой, блядь, ебаный, ебать, я придурок, блядь. Дротики есть у кого-нибудь? У меня один. Я все выкинул. Сейчас, но он съебался хоть. Ага, сука. Ну нахуй, блядь. Опять крипа убил, блядь. Так, я тесак возьму. Все, ладно. Крип, у тебя все жизни. И пипайзу тоже возьму. Я тебя обнулил, да? Ну да. Ну ладно, учись играть с нуля. Я, короче, закупил эти дротики, все. Next, давай, мы так же. Мне на все хватило, блядь. Ладно. Что делаем? Точно так же. Хорошо. Просто хорошо. У них три всадника. Это два. Лучник. Успешность. А, даже, блядь, так они играют, нихуя. Ну что, лошадь купил, что ли? Да. А как у него лошадь купилась, если нельзя лошадь? Кава сзади, блядь. Че, вы двигаетесь или стоите? Выходим, вышли, блядь. Ну и чё? Двигайся, бери свои, засунь в жопу эти дротики себе нафиг. Ты мне это говоришь, блядь? Дандуд. Смотри, где твои пехи, где ты. Да, блядь, да почему такая хуйня, блядь, пацаны? Почему три пеха, блядь? Ебаный он. Почему, блядь, пехи остались как бы со мной три пеха, я охерею. Чё мы хуйней маемся? Блять, и пиздец, короче, можно выходить, я купил, нихуя не купил.
На копье играй. Давай. Я с копьем. Лучник да, где? Вот сейчас, блядь. Лучник где? Справа, справа. Раз, на коне. Справа. Но он на коне сейчас идет. А в смысле, как он коня купил? Не понимаю, как он коня купил, знаете. Я вообще не знаю, как они коня купили. Тогда отходим на корабль. На корабль отходите. У них еще и дротики, блядь, заебись. Уезжайте, уезжайте. Заебатая штука. Бежим на корабль. Всадник. Направо. Сзади. Направо, пацаны. Все, блядь. Потерялись нахуй. Ну у них лучник не может заходите, с коня заходите стрелять. Сюда, заходите. Заходите, заходите. Здесь будем встречать. Тебя будут со спины заезжать, раз мы эти пидорасы, нет? Блять, копи, раз. Бля, вроде бы нормально держались, что такое, блядь? Я думаю, они админкой пользуются. Я не знаю. В смысле админкой пользуются? Ну, нельзя лошадь покупать. Ну странно на самом деле, да. Там нельзя лошадь, да, купить? Нельзя. Сейчас на флаг будем играть. О, скажи, что эти два раунда не считаются, блядь. Потому что... Отойдите вот... До дерева, вот сюда, до этой точки. Может на них залупаться. Сейчас по моей команде. Рашьте. Рашим, выходим. Мы вышли на них. Сзади кого? Да ну пиздец. Меня сорвет, блядь. Ни разу даже, блядь, не подвинул. Сейчас. Они третью карту хотят, давайте. Давай, третью. А смотри, реально, почему? Лошадь у них стоит 120 тысяч монет, а она почему-то покупается все равно. Ну 20 тысяч она стоит? Да. Поехали, третью карту. Это ты карт. Специально сделал, да так? Да. Может я не переустановил сервер, я не понимаю. Блять, слады это пиздец. Опять они, блядь. В 4 пеха. А скид тебе скидать? Да. Кинь-кинь. Там один человек может сильно играть, блядь, который тащит, я не знаю. Один, блядь, тут. Поляк или кто там?
Блять, крысы какие, блять, со спины заезжают, суки. Ну, блять. Одним словом, поляки, блядь. Я буду против конницы играть, у них слабая конница. Блядь, я не заметил, чтобы не стал слабой была. Плюс у них пинг тоже высокий. Так что проблем не будет. Все, пиздец, мы их разозлили, наверное. Криплай, блядь. Теперь их надо ебать по-жесткому. Так, ну через туннель будем в первом раунде идти. Рашите, меня зовете. Давай, все. Подъеду только тогда, когда позовете. И скажете, на кого поехать. Желательно. Сколько у тебя будет секунд, скажи нам. Я всегда буду готов заехать. Ну, сколько секунд до того момента? Ну, секунды через 4. Так, я щит не покупаю, да? Нет, не покупаешь. Держи, блядь. Так, пошли. Выходим, пацаны, через туннель. Подходим к ступенькам, и там... Собираемся, блядь. На середине ступенек. На середине. Я сейчас посчитаю, на какой, блядь. Они на балконе стоят. Есть конник. На белом коне. Потому что у него вот шлем стоит, был. Да. Стой, стой, пацаны, чуть ли. И что, поднимайся сюда, ближе ко мне. Лучник есть тоже, два коня у них. Лучник не палит нас, короче. А что делаем, next? Балкон, рашьте. Рашим балкон, выходим. Через 5 секунд будем на балконе. Все, спрыгивайте за лучником. Сейчас я лучника буду тормозить. Спрыгиваем все за лучниками. Кава у них одна, блядь. А, одна. Как я упал и немного всех хп снял. Минус лучник, все. Ну, забери этого пеха, блядь. Я что-то не вижу никого. Я спешился. Конница поехала. Иди к пеху, иди к пеху. Конь поехал сзади. Себя... Да зачем лошадь убили, блин? Да она дохлая была, блядь. Смотри, таган, блядь, брал у них. А так, щит я тебе не покупаю, ты мне щит не кинешь ни хера, да? Да, не скину. Хорошо. Флагнулся. Так же выходим, да. Они тут встречают. Заметили нас. На середине ступенек открыли. Я готов. А, подожди, сейчас я... Они в башню зашли. Стой, стой. Рашьте башню, вам удобнее там будет. Через... Не надо здесь заходить, мы сдохнем там, пацаны, изнутри. А, давайте дождемся флага, стойте, стойте здесь. Знаете, лучник, не сдохнем. Где флаги, блядь? Зай, проходим на наш вес, быстрее. Так, они могут сейчас через башню, через туннель пойти, и тут их будем встречать. Где они пошли? Так, через башню, через так, центр. Выходим, да, слева. У нас 4 пеха. Некс, ты там не сдохни. А... Говорите, где лучник, чё молчите? Лучник! Да все уже, я вижу. Вышли, все, выходим. На лучник двигаем. Где он, сука? Я лучника занял. Блять, ну ебаный калус. А, ты сдох, значит, да? Понятно.
Я же должен знать, откуда мне выезжать. Лучше всего получится. Говорите мне лучше. Мы не успели. Че, не понимаете, что ли? Мы не успели, Настя. Ты уже выехал, мы только вышли, мы только увидели его, блядь. Лучнику не нужно позиции занимать. Давать занимать. Так, они на тех же позициях. Кто орался? Если... Лучник у них слева, там, за бойницами. Готов спуститься вниз, если они что. Готовы нас, смотри, раз, тихо, не палите, отойдите, отойдите. Сейчас смотрим, сейчас сладите. Все, сладите, что нам делать? Спину им пойдем или выходим? Да-да, выходите на них. Вышли. Next, мы вышли, короче. Да я они вижу, нас сейчас встречают. Я заеду сам. Вышли на ступеньку. Я говорил, что он там стоит вообще-то. Да ебаный в рот, блядь. Далеко прошли штаны, далеко, блядь. Если вам непонятно, что я сказал, переспрашивайте, значит. А если вы сливаетесь от лука, и зная его расположение, значит вы что-то не то делаете. В башне мечами скрестя. Вот они тут уже. Где? Здесь вот стоят? Слева, да. Может, выйдите сейчас в башню, давай, зайдите в давай башню. В башню. Назад, назад. Ты из башни вышли, блядь. Они здесь уже. Лучник слева. Он по лестнице спускается. Они спины. Все, спрыгиваем, да? Мы спрыгнули, Найк. Все, я понял. Лучник. Хорош. Лучник ранен. Блять, я спешился. Скоро спешусь. Все, спешился. Два пеха жмут, блять. Блять, ну ебаный кал. Пех сзади, next, пех сзади. Конь! Найк, контролируй этого коня, блядь. Ну все, пиздец. Один на один сейчас слились все. Ну, блядь. Сейчас скал, ну да, мне скал подосрала вообще сильно, блядь. Арбалетчик будет. Не надо нам арбалетчик. У них арбалетчик. Есть арбалетчик есть. Так, давай Дагана скин для Зензера, для Давмонта. Давмонт щит скин. Возьму, да. Вот сейчас тупо, короче, как я умер. Бился с пехом. Као, блядь, чуть-чуть коснулся меня. Вообще чуть-чуть. Там я даже не отлетел. И не упал, блядь. И все, и один удар, все. Я через противника прошел, он меня убил. Ну вот, как бы, ну хер узнал. Блять, не знаю. Причем я как бы уходил от него, блядь, от кого вроде. Бля, мы только вчетвером можем запинать. Ну ладно, блядь. Вдвоем, блядь. Короче, я 1,5 килограмма мандарина с переживаний съел, блядь. Ой, блядь. Тяжелая неказистая жизнь народного артиста, да.
Через башню выходите, рашьте. Блять, почему все время рашим? Мы что, блядь, такие сильные? Потому что у нас лучников нет. Я это ган скинул для Зенджера, если что. Зенджер возьмешь в следующем раунде. Так. Давайте в башне останемся. Давайте, давайте. Они справа, мне кажется. Да, справа. Может, вкладе в башне появится, в конце концов, блядь. Угу. А, они справа, они пробежали, только что я видел, на сворез побежали, блядь, вон там. У них арбалетчик, конь есть, флаг, выходим. Пошли, а давайте, давайте заблокируем наш респ. Может, встанем на флагу, нет, на флаге? Нет, нет, на балкон встаньте, выходите. Как там делать на балконе, на слышите, нет? Сейчас с нами драться будем, потому что... Да где мы, выходите на балкон, все, сейчас атака пойдет. Стоим на балконе, блядь, они поднимаются, блядь, сюда на балкон, на другой, блядь, пацаны. Здесь как бы только один балкон на карте. Пускаться? Уже нет. Ну надо, все равно. О-о-о. Мы что-то вообще медленные. Так мы не должны были спускаться, я этого не слышал, спускать с балконом. Зенджер, как... Ёбаное тело, блядь. Как оно... Ради кого, блядь? Ты чё, он не сдохнет никак, ебать? Альшпис возьми для меня. Приколай, блядь, красавчик, блядь, всё. Печатай твою скриншот, блядь, этот... И повесь у себя в комнате. Ничего. А чё, щита не будет? Будет. Флаг был где? На рынке, да ведь? Да-да. Сейчас спускайтесь вниз на их респ. И встаньте между, ну, под мостом. Они на том флаге, на другом. Давайте займем этот флаг и все, блядь, сразу. Нет? Нам не нужно сразу занимать. Нам нужно их блокировать, чтобы они лучника не заняли. Все, все, куда двигаем? Так, сейчас через, просто через аллею будем рашить их. Через аллею. Да раз они стали быстрее. Через аллею слева, пацаны, налево. Аллея слева. Кто там один справа? Ну, капец. Ты спешил, капец? Нет. Кто там один пошел? Догоняй, блядь. Они перемещают. Где арбалетчик? Арбалетчик один справа у кого, блядь, два арбалетчика. Под лестницей. А, один. Под лестницей прям. Под этим, под балконом, пиздец. Заебись, как... Меня лагануло. Блять, да ебаный в рот, как же я с этим копьем, блять, тут пизду, нереально играть. Сейчас мечом бы, блять, играл. Реально, вот я бесполезно сейчас бегал с копьем, пытался, блять, кого вообще далеко ездил. Зенджер, как... бери пеха, у этого коня, то есть. Кстати, мы этого пеха, блядь, 2-3 раза ударили, он не сдох, ни хера. Сейчас на флаге сыграем, сейчас на флаге сыграем. Давай, давай. Можете на их флаг встать, на их респ. Давайте сразу встанем, да. Флаг будет точно. Они на аллее. На центре один пех. Они на нашу респу пошли. А, если флаг у них, флаг у нас, ну все. Сейчас смотрите внимательно.
Блокируйте, блокируйте эту фигню. Под мостом блокируйте быстрее. Под мостом блокируйте. Хорошо. Неудобно тебе бить. Просто блокируйте, не деритесь. Там арф, короче. На центр можете на открытое пространство выйти? Все, рашим тогда. Так поехали. Куда выйти, блядь? Назад, вперед. Дальше, вперед выходим. Хорошо. Конь мертвый. Надо вот уйди от пеха. Иди нашим помогай. Нашим, говорю, помогай. Это недавно было так реплайфа. Ага, вот так, всю броню еще сними. Все, я спешиваюсь. Ты избей его просто. Отъедь и избей. Ну отойди, Накс, ну куда ты вот лезешь, блять? Ему там неудобно играть, вот, блядь. Вот ты сам куда полез? Щит... не надо мне. Я скинул щит, надо? Нет, не надо. Ну все тогда. Так, с флаг был, иди. Сейчас флаг будет, на рынке базаре будет сейчас флаг. Пойдемте направо в аллею. Хорошо. Спускайтесь вниз. Через центр выходить. О, арбалет стреляет. А где он? Слева арбалет. Направо, направо, идите направо. У них два коня появилось. Ну как бы да. Конь сзади если все. Конь сейчас спешится. Нету никого в аллее, проходим. А возвращаемся обратно сейчас. Через наш респ только. Конь с арбалетом. О, выходите сейчас направо, сворачивайте, ерашьте. Зенджер готов заехать. Готовься. Они на базар ушли. Все, все, идем. Все, мы вышли, мы уже у туннеля. Выходите, выходите. Проходим, блядь. Налево проходим за арбом, блядь. Арбалет стрельнул у них. Я спешу сейчас. Давай, Зенджер, о, блин. Ты твой, спасибо. О, блядь. Простите. Блять, криплайф убиваю, блять, какой раз уже. Извиняюсь, блять. Вон я его забрался на эту. Смотрите, матч сыграли в ничью без лучников, это нормально.